Сколько в день тратишь? Сколько я в месяц трачу? В день. И мы потом сложим. Знаешь, у меня ведут мои дела мой водитель и мой помощник. И он ведет, есть какая-то программка, в которой он записывает расходы, доходы. И каждый раз в месяц он говорит, можно я вам покажу, Светлана, вы должны понимать, что происходит. Я говорю, нет, можно мне ничего не показывать, потому что я не хочу этого видеть. И я понимаю, что у меня расходы очень большие. И они намного, может, даже порой больше, чем доходы. У меня двое детей. У меня много, помимо моей семьи, много родственников, которым я помогаю. У меня много людей, которые нуждаются в том, чтобы хорошо жить. Ну, хотя бы нормально жить. Вот. А в силу того, что я их очень сильно люблю, я стараюсь сделать все возможное.